В Китае обнародован госплан модернизации традиционных отраслей промышленности. Ставку сделали на интернет-технологии. Инициативу называют первым шагом в формировании новой модели экономического роста и движущей силой инновационного развития экономики. Китай модернизирует традиционную промышленность. Помогут в этом интернет-технологии. Специалисты признают, в этом секторе они используются не так часто, как могли бы. Такие предприятия не применяют многие веб-новшества. IT-компании, в свою очередь, не всегда могут найти к ним подход. Как результат, внедрение интернет-технологий идет гораздо медленнее, чем могло быть. В корне изменить ситуацию должен госпроект «Интернет плюс». Комплекс специальных мер поможет в кратчайшие сроки интегрировать в традиционное производство мобильные и облачные технологии, так называемую концепцию интернета вещей и новейшие способы обработки большого объема информации. Этот план охватывает 11 различных областей. Думаю, он станет важным инструментом в укреплении инновационного потенциала страны. О стратегии «Интернет плюс» впервые объявил в марте премьер Госсовета КНР Ли Кэчян. Глава правительства видит в ней лекарство от замедления экономического роста. План открывает новые возможности для частных предпринимателей и аграриев. Положительного эффекта также ждут в энергетике, финансах, логистике, биотехнологиях, исследованиях в области искусственного интеллекта, в транспортной отрасли и сфере услуг. Люси, CCTV.